12 раз в нашей Торе Бог упоминает о важности соблюдения субботы. Это является вечным заветом между мной и Израилем. Те из нас, кто совершает кидуш в пятницу вечером или субботу утром, мы говорим слова, но не всегда вникаем в то, что сказали. Мы говорим, народ Израиля соблюдает субботу, субботу во всех поколениях и вечный союз между мной и народом Израиля. Этот знак навсегда, чтобы знать, что я, Бог, создал мир за 6 дней, а на 7-й день я отдыхал. 12 раз это повторяется в Торе. Ничто больше так не упоминается в иудаизме и Торе столько раз. Даже заповедь «не убивай» не упоминается в Торе столько много раз. Награда тому, кто соблюдает субботу, является самой высокой, которую можно представить. Наказание за нарушение субботы является самым худшим среди всех описанных в Торе. Даже хуже, чем для убийцы. И это подчеркивает, что для Создателя мира завет субботы важнее, чем что-либо другое, включая заповедь «не убивать». Это является основой иудаизма. Говорится, что евреи, которые нарушают субботу и не соблюдают ее, исключают себя полностью из иудаизма. Мы просто не воспринимаем, как важным является соблюдение субботы. Мы выросли в поколении, где многие водят машину в субботу. Это почти стало нормой для многих. Но правда остается правдой. Мы должны знать, что в соответствии с еврейским сводом законов Шулхан Арух, и вот что говорится в 7 различных разделах свода этих законов. Евреи, которые нарушают субботу и не соблюдают ее, исключают себя полностью из иудаизма. Мой вопрос ко всем вам. Если у вас есть стакан воды, и говорят, что там 1% шанс, что там яд, вы не будете пить. Но вы должны согласиться со мной, что есть намного больше шансов, что Тора является от Бога, что Тора истина, намного больше. Все с этим согласуются, даже те, которые критизуют Тору всю ихнюю жизнь. 1%, конечно, у тебя будет, что Тора истина. Почему ты тогда едешь в субботу, почему ты куришь в субботу, почему ты делаешь все эти вещи, о которых Бог говорит, что они запрещены в шаббат, потому что у тебя даже нет процента знания или веры в Тору. Человек, зная и думая, что Тора 20%, 30%, 40%, 50% истина, 99% истина, как все говорят, 99,9%, и они знают, что они себя исключают на всю вечность, и ты это еще знаешь и делаешь? Для кого? Чтобы закупиться в субботу? В день, когда Бог подарил нам Тору 3320 лет назад и до этого времени, и до конца времени, закон никогда не поменяется. Бог все тот же Бог, Тора та же Тора, и обязанности те же обязанности. Мы должны знать, что в соответствии с еврейским сводом законов Шулхан Арух, который включает в себя весь процесс письменной и устной Торы за 3000 лет, был написан 500 лет назад, и вот что говорится в 7 различных разделах свода этих законов. Говорится, что евреи, которые нарушают субботу и не соблюдают ее, исключают себя полностью из иудаизма. С момента, когда Бог совершил завет между собой народом Израиля, Тора говорит: «Вы мои дети, я избрал вас своим среди других народов». Запрещено заводить семью с неевреем, вести себя как неевреи или использовать их имена. Есть еще много других запретов, потому что вы особенные для меня. Я свят, и вы святы. Я сделал вас святыми, начиная с этого завета. Суббота на иврите имеет 3 буквы. Шин, Бет и Тав. Если на них обратить внимание, то они являются инициалами 3 мицвот. Шин отражает шаббат. Бет отражает брит, это союз обрезания. И тав – это заповедь тфилин, которую мы одеваем на сердце и на голову каждый день. Эти 3 заповеди также имеют что-то общее. Из 613 заповедей, которые Бог дал евреям,
неевреи имеют только 7 для соблюдения. Если они соблюдают, они имеют билет на последующую жизнь. Даже если это лимитировано по заслугам, потому что тест для них простой по сравнению с тем, что у евреев, которые имеют очень сложные задачи. В этом мире и в соответствии награда высочайшая. Но самое главное, мы должны понять, те три заповеди имеют что-то общее. Тора использует слово «от». «От» — это означает знак и согласие или договор. Для договора нужны две стороны. С одной стороны Бог, а с другой — мы. И Бог протягивает руку нам. А что мы иногда делаем? Мы отказываемся и не заинтересованы. Мы лучше пойдем в шопинг-молл в субботу, или будем курить сигареты, или иногда просто будем глупить. Если бы человек только знал, сколько он теряет из-за нарушения этих святых для Бога дней. Он бы никогда бы не рискнул нарушить их и ни на миг, и ни разу. Но проблема еще в том, что игнорирование играет немалую роль, что евреи иногда не читают Тору или читали один раз за свою жизнь в этом поколении. Они не знали, что такое суббота, и не считали ее важной. Но как и прежде я говорил, что правда остается правдой, и если ты не работаешь над собой, ты вредишь себе. Приходите и учитесь до того, как, не дай Бог, уже может стать слишком поздно. Так что эти три заповеди – суббота, брит и тефилин, которые мы кладем на сердце и на голову каждый день, и для еврея, чтобы принадлежать своему народу, народу Бога, народу книги, необходимо каждый день соблюдать две заповеди из трех. Что означает, каждый день мы имеем брит, союз обрезания, и тефилин на сердце и голову. А в субботу это брит и сама суббота, тфилин не одеваем. Так что вместе всегда должны быть исполнены две заповеди. И если, не дай Бог, мы отвергаем исполнение нашей доли в договоре, это обойдется слишком дорогой ценой. Говорится в Торе, что если бы евреи знали, какую награду они получат за каждую соблюденную заповедь, они бы спешили за этим каждую секунду своей жизни. И я хотел бы завершить с одним важным изречением из Торы. Тора объясняет, что если совместить все удовольствия всех людей, со всех поколений, всего материального мира, оно даже не сравнится с наградой одного еврея в следующей жизни. В оригинале это звучит так. 1 час удовольствий в следующей жизни для еврея равен большему, чем вся планета, весь мир и все люди вместе взятые. Деньги, женщины, спорт, курорты, искусство, все, что можно представить, всех людей за все время, не сравнится с той наградой за соблюдение заповедей. Если у вас есть сомнения по поводу сказанного, я готов отстоять все сказанное и доказать вам. Обратитесь ко мне персонально на лекциях на моем веб-сайте и убедитесь в правоте всего сказанного. Спасибо за внимание.